открыта для тех, кто стучится в дверь. Поэтому, я думаю, все, надо начинать, потому что мозг уже должен был созреть, уже все услышали. Так, я понял, одна команда сбитая целиком пришла уже. Есть еще люди, которые пришли командами или представители команды, у которых бэк-офис остался дома и будет работать? Есть такие? Поднимай, поднимай, я знаю, у тебя команда. Так, значит, две команды у нас, а остальные как бы фрилансеры, да? Так, смотрите, тогда пойдем по формату, как делают обычно на HackDay от Google. Сейчас вы все пришли с идеями, либо если нет идеи, вы только что услышали в этом отрасли, что можно. Можете зайти на сайт и посмотреть, что хотите делать. Сейчас возьмем листики все, естественно, сейчас листики. Да, сейчас возьмем листики. Каждый напишет ту идею, не считая команд. Команды, я так понимаю, реализуют какую-то новую фичу за эти два дня. Правильно? Новый проект. Зачем новый? Ну, о, абсолютно прикольно. Значит, новый проект. Значит, команды тоже озвучивают, нужно ли им кто-то в команду, может быть, они хантят людей. Вот. Все остальные возьмите вот тут листики, ручки, напишите, как это делается. Пишите проект, какой вы хотите реализовать, и устроим такой быстренько. Каждый должен себе собрать команду. Команда может быть из одного человека или из ста, без разницы. И через 15 минут, я думаю, хватит нам, или 20, давайте в 11, через 15 минут, там, в 11.05, все выйдут, те, кто сформирует команду из себя одного, с бэк-офисом дома или здесь, озвучите, мы запишем сегодня, кто что за эти дни хочет реализовать, и начнем этот хакатон. Готовы? Да. Всем желаю удачи! Листики, идеи, и ходим, собираем команды. Ручки. С собой. Можно вот так. Ручки, ручки есть? Сейчас приду я через минуту. Кому ручка, у меня одна.